Большой зал, 30 метров. С витринными окнами от пола до потолка. Можно использовать, можно открыть. Чтобы было прозрачно, можно оклеивать под рекламу. Зал квадратный, простой формы. Еще есть помещение как кабинет, как склад, который можно использовать. Здесь вот где-то в районе 12 метров квадратных. Есть небольшая еще подсобная часть. Творит санузел. Ну, в данный момент состояние после арендаторов с износом, конечно, с небольшим. Ну, готовы обсудить ремонт, сделать каникулы какие-то на въезд. Все это обсуждается. Место очень прохладное.